Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. 176 секунд смеха для поднятия настроения. Давайте посмотрим. Хуёво, жук, у меня дела. Спасибо большое за донатик, братан. Души, поживу, блядь, немножко на микрофон накоплю. Не, спасибо, братан. В игре ты можешь гонять без всяких правил, но в жизни будь внимательным на дороге. Да, блядь, открой! Что за ху... Ярик, блядь! Ярик! Короче, менял ванну. Вынесли, блядь, в общий коридор, поставили. 7 минут прошло, думаю, блядь, что за звуки странные, блядь. Открываю дверь, уже вот они, блядь. Это ваша? Нихуя не поняла, блядь, смешно, наверное, пиздец. На кубиках нестабильных, uh-huh. Ниже интереса под бутылкой. Блядь! Вот так вот в жизни бывает, пацаны. Пацантры. Он, блядь, Россию поднял с колен, блядь. У вас какой доход? Друзья, я бы хотел порекомендовать. Носил когда-нибудь? Спасибо большое, братан. Дам, конечно. Жена разрешает тебе смотреть порно? Я люблю большие сиськи. Тебе нравится делать? Он растет. Оружие он взять не способен, что усложняет прокачку, и он физически не сможет вкачаться по-быстрому. А что это, блядь? Его никто не обучил. Прием питона, не трогай меня, блядь. Это мама его? А, я сегодня еще, кстати, знаете, зацеперов видела, представляете? Они, короче, на поезд зацепились и поехали, блядь, домой, нахуй, домой, домой к моей маме, блядь. Ооочь! Давай! Ёбаный рот! Это магазин! Ой! So, my personal philosophy of rehabilitation... Гадза, блядь! Гадза! Потом думаешь, почему ЧК здесь, а где сама граната, собственно? Вот она, кстати. Ладно, и так... Спасибо большое! Спасибо! Спасибо! КБ, охуенная шутка, чел, красава! Как бы ты выбрал, чтобы тебе вынесли трон или дом твой, блядь? С Евгением Чайка-Каде. Будем с тобой готовить стейк с овощами. Нам понадобятся свежие продукты из Пятерочки и профессиональные ножи. Этот идеален для овощей. Кругляшками накрошила, нахуй, водой залила, блядь. Приправу добавила, нахуй, обжарила, нахуй. И все. Они не будут ждать, нахуй, 2 часа. Не подавитесь. И снова седая ночь. Я видела этот видос. Я надеюсь, это реально не фейк, это пиздатый видос. Бля, охуенный видос. Это, знаете, когда Вова машина, блядь, и водит один в один. Вова, Вова, нахуй едет, блядь, разошли. What the car of the future this time? Красава. Почти. А он не умеет палками хавать, типа? Как можно не уметь есть палками? Я вообще хз. Сейчас упадет, да.
Вы верите в то, что военкомат будет вычислять уклонистов прямо на избирательном участке? Я верю в Бога. Пацаны, плюс, если верите в Бога. Сейчас выпрыгнет и испугает кошку, да? Такое милое. Hello, my baby. Пойдем давай пизды призраку. Он находится за этой дверью. Пошел нахуй, призрак! Бля, действует, нихуя себе. Нормально? Нормально! Я видела этот видос, типа, нормально! 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 Where the fuck's Kaden? Kaden? Что это? Что за хуйня? Что за... Чё за хуйня? Что это просто? Это муха. Сейчас всосёт? А, нет. Я думала, он её всосёт. Если он её всосёт... Пиздец, Лифея, ты видел? Жень, блядь, ебать он сосал. О! Блядь, вы... Надо, блядь, с наушники подрубать, чуваки. Смысл меня подрезал? Он ебать сосал, это пиздец. Что меня подрезало? Не понял вообще. Ты как ездишь? А. Чё хочу? Извините, извините. Ебать! Это постанова стопудово. Что ли? А? В смысле, это свои были? Ля какой, ля. Щет! А, это VR, что ли? Тут-тут-тут-тут. Подождите, это пожар. ОМОН не пропускает меня к нему. Блядь. Пересядь с иглы мужского, тяжелого какого-то одобрения. Не пить пиво 31,90. Бутылочка воды 55. Тогда пивка. В натуре пиво стоит дешевле, чем вода. По-моему, вода же там вообще за 10 рублей в магазинах есть. Вообще дефолтная такая самая. А где звук? Стоп, ну я не, бля, я нихуя не увидела. Ну ладно, похуй. Вот тут, 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 тут. Спасибо большое, Магомед. Спасибо, брат от души. Ой, бля, он прям откусил ему палец. Спасибо большое, Нонейм, брат. Люфи, Мадра, скиньте в чат ссылочку на мой сайт tenderlyboyet.net. tenderlyboyet.net. Там можно добавиться ко мне в друзья, имея сапку автоматически, заказать роспись и сигну. Поэтому за этими вопросами не донатьте, вы просто попусту тратите деньги. Спасибо большое за внимание. tenderlyboyet.net. Сегодня у нас в гостях бабушка Тамара, и сегодня мы будем ее учить пользоваться Гуглом. Окей, Гугл. Где я?
похоже очень. Вова недоступен, брат, спасибо за нас. Нам что говорят, то мы и делаем. Отпрощаться надо туда. Сейчас бы какое-нибудь вкусненькое. О, мята, пацаны, мята. У Нюши в руках мята, походу. Нюта от мяты кайфует. Блять, он ёбаный волшебник, он ёбаный волшебник. У. Маленькая клетка для такого большого медведя. У меня на второходке по малолетке хата вообще в два раза меньше была. Номерок болотной. В чем прикол? 171 тысяча боев, бля. 16 часов в день играть в танки. Русские так сильно любят зимнюю рыбалку, что уходят на нее по первому льду, а возвращаются с нее только на вертолете МЧС. Нихуя себе рыбак! Ты как сюда забрел, рыбачок? Тури рыбак, ребята. Ебать, как он так рано. Так попугаи такие мягкие на вид, пипец. Такие мягкие на вид, хочется их помацать. О, знакомая игруха, видел у кого-то. Ты играл. Ой, блядь, жесть. А что это такое было? Кто этот прилетел? Можно мой малыш сядет на ваше место, чтобы посмотреть, как мы взлетаем? Да брось, что там смотреть, а? Не поняла прикола, типа он сам? Странно, посмотри, там в выхлопной трубе ничего не застряло, пожалуйста. Ща. Ну что, есть там что? Не, заглянула, там ничего нет. Ну ладно. Пиздец. Папич? Матюша, лови сердечко, ты! До встречи! Чё это за видос? Жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.